единогласным решением победу одержала Абдурахма Гитинафаса. Махачкала, школа Абдулманапа Дурмагомедова. И перед началом этого видео хочется выразить особый респект нашим друзьям из Gorilla Energy. Благодаря им мы попали на турнир EFC-38, который проходит в Кыргызстане. Спасибо им, что поддерживают бойцов, промоушен и вестник ММА. Gorilla Energy – наш любимый энергетик. Поздравляем с победой Абдурахмана Гитинавасова. Еще одна победа. Расскажи, какие эмоции в этот раз. Бой получился такой сложный, вязкий. Ну, как обычно у тебя. Да, у меня все бои так проходят. А что делать? Ну, я это изначально всегда на каждый бой я всегда настраиваюсь 15 минут. Никогда легкой прогулки я не ожидаю. Все. Мы сейчас, когда сидели в медиацентре, не буду называть имен, но кто-то из ребят сказал, что самому Абдурахману не скучно так проводить бои, потому что, ну, хочется какого-то финиша, хочется какого-то быстрого завершения. А все-таки это у тебя примерно всегда одинаковая стратегия, да? Ты просто всегда залеживаешь, изматываешь соперников. Ну, это люди хотят зрелища им в первую очередь, это самое важное. Ну, что делать? Я стилистически совсем другой боец. Главное, чтобы мою руку подняли, все, остальное, кто что, со стороны болельщики, фанаты, кто что думает. Главное, результат, и все. К прошлому бою ты подводился вместе с Абубакаром Нурмагомедовым, с Гаджиром Баданом. Сейчас у них, они были в США. Кто был твоим основным спарринг-партнером? Теперь я работал, боролся, много спаррингов провел с Мавлидином Хайбулаевым. Затем Мурат Мачаев, мой старший брат, с ним возился очень много в грэплинге. Затем сам Шамиль Зауров. Наш самый старший. Ну, Магомед Расул Хазбек. У нас очень много крепких, очень талантливых, все очень мощные. Всегда друг другу помогаем. За что им всем? Вот, братья вам, баракалла. У тебя в углу был Умар Нурмагомедов. Почему именно он? Он же сейчас только как раз в США, да, приехал и пошел к тебе. Да. Он захотел меня секундировать. И я тоже всегда только рад видеть его в моем углу. А вообще, когда младший секундирует старшего, как... Вы же знаете, какого уровня боец Умар. Какая разница, возраст не помех. Okay. А что для тебя дальше? У тебя есть в карьере одно поражение. На том бою я присутствовал, очень бой был крутой, напряженный, с Жорой Авазяном. Вы похожие техниками обладаете. Есть ли у тебя желание поквитаться за это поражение, или все-таки это для тебя уже забытая история? Забытая, что? Так, проблем нету. Я никогда не выбираю соперника. Кого даю, я всегда... Только вперед, за. Так, проблем нету. Ну, а все-таки Жора же в лиге. Можно проблем, никаких проблем. Просто я, как сказать, я не люблю вот кого-то вызывать, громкие слова там. Моя задача выигрывать, и все, само придет к этому все. И еще не могу тебя не спросить, как друга Абубакара Нурмагомедова. У него слетел бой, и никакой информации про это особо не было. Было только его фотки, где он с синяками под глазами. Что случилось? Если честно, видя его настроение, я понимаю, что он тяжело готовился, был в хорошей форме и травмировался. Даже не стал ему какие-то вопросы задавать. Ждем его возвращения и все. Была травма, которая не позволила ему выступить. Иншаллах, вернется он. Окей, по твоему возвращению следующий бой когда? Я всегда готов. Можно в течение 2 месяцев. Но мне один бой обещали сейчас. Я удрался в Дубае. И мне обещал там президент лиги бой. Сейчас вот я готовлюсь к нему. Сейчас неделю отдохну и приступлю. Надо будет мне поговорить с старшими команды, сказать, вот так мне бой предложили. Если вы не против, я выступлю. И все. Ну, я думаю, старшие братья не против. Окей, Абдурахман, поздравляю с победой. Друзья, спасибо, вы подписаны на инстаграм Абдурахмана Гитинавасова, он появится внизу экрана. Подписаны на инстаграм Вестника ММА. Мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наше интервью, расследование, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, сообщество во ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.